Я не спросил. Не пихнули, ничего не было. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня, розовый цирк, в клубе Манежа презентует книгу-альбом «Цирк в годы Великой Отечественной войны». Автор идеи и концепции этой книги Вадим Черненович Горгулов, генеральный директор этого цирка. Пожалуйста, присоединяйтесь. Авторы и исполнители и составители этого альбома – это советник генерального директора Росгосцирка цирка, он же сам председатель Союза Кинотеатров России Григорий Андреевич Островский и пресс-секретарь генерального директора Росгосцирка цирка Вера Серебровская. Это авторский состав. А, к сожалению, и издатель не подошел. Издатель у нас Михаил Афанасьев, это издательство Sky Rus. Правильно? Скандал. Не подошел, алло. Ну, у нас еще три человека в зале. Ну, вы представьте, во-первых, можно представить Валентину Михайловну Савина, директор циркового эстрадного училища, циркового эстрадного института. Генеральный директор Кирилл Владимирович Бухарин. У нас в гостях артисты, к сожалению, я созвонился с ветеранами, но у них в этой неделе была очень напряженная, поздравления в новом цирке, в старом цирке, и должны были подойти, но не получилось. У нас в гостях представители молодой школы, это ребята школы-интерната Юрия Владимировича Никулина, больше искусств. Артисты Росгосцирка, сотрудники Росгосцирка, и ветераны цирка, и представители средств массовой информации. Союз цирковых деятелей. Ну, да, и представители Союза цирковых деятелей, в том числе. Слово представляется Вадим Черненчук. Дорогие коллеги, друзья, вот книга. Идея пришла буквально сразу после издание книги о 95-летии, которую мы подготовили в прошлом году. Ну и, соответственно, когда мы строили свои планы по празднованию 75-летия Великой Победы, мы не могли обойти эту тему. Но поскольку тема такая грандиозная, то, конечно, понадобилась вот книга. Причем для нас самих, для разработчиков, для авторов, для исполнителей очень много мы узнали нового, в том числе сами. Вы все прекрасно знаете, что цирковые артисты принимали самое непосредственное участие в Великой Отечественной войне и на полях сражения, и в агитбригадах. И это очень важно, потому что агитбригады дарили минутки радости, спокойствия и счастья, перерывы между боями, поднимали дух наших красноармейцев.
вдохновляет на подвиги и играли очень большую и воспитательную, и идеологическую роль. А кроме того, цирковые артисты участвовали непосредственно в боевых действиях в качестве солдат, сержантов, офицеров. Среди цирковых артистов два героя Советского Союза, причем, на мой взгляд, очень значимых, да, по участию в боевых действиях. Это один из панфиловцев, Иван Шепетков, и Домнин, Павел Николаевич, да, Домнин, который участвовал в форсировании Днепра. То есть, понимаете, да, там защита Москвы и форсирование Днепра, такие очень значимые вещи. Есть уникальная судьба еще одного человека, Владимир Довейко, который, уйдя из цирка, поступил в летное училище, был летчиком дальней авиации бомбардировочной, участвовал в налете бомбардировки Берлина. И очень интересная история, которую я недавно рассказал Григорию Андреевичу, когда мы делали эту книгу, о том, что уже после войны, когда он был в Германии, его корреспонденты как спросили, откуда он знает, как хорошо Берлин. Он говорит, я его еще в 41-м году изучил. Чего он так хорошо ориентируется по городу? Я его хорошо знаю. Потому что как раз знаменитый этот рейд в 41-м году, буквально в начале войны, который показал, что столица фашистской Германии не так уязвима для Геринга, как это казалось в самом начале. И этот миф был развеян в том числе с участием наших цирковых артистов. Ну так далее и тому подобное, вы все знаете, и Никулин, и Шульдин, а то, что я тоже не знал, о том, что Шульдин был дважды представлен в звании Героя Советского Союза. Для меня тоже была такая вот неожиданность, да, и очень жаль, что так человек и не получил это высокое звание, но, наверное, это нисколько не умаляет его заслуги перед Родиной и участие в боевых действиях. Я думаю, эта книга будет интересна особенно для вас, ребята, начинающих в цирковой отрасли людей, в цирковом искусстве, потому что вы выбрали очень сложную профессию. И профессия такая настоящая, мозолистая, трудовая, но очень интересная. И опыт людей, которые прошли вот этот путь, тяжелый путь, вам пригодится, чтобы понимать, какое значение наш вид искусства имеет для воспитания и культурного обогащения наших людей. Смотрите, вот это знаменитое, мы были в Волгограде, знаменитая фотография, закончились боевые действия, город стал наш, окончательно, бесповоротно. От Сталинграда, оттолкнувшись ногой от Волги, мы уже дальше только наступали, это перелом. И вот сразу после боевых действий цирковые артисты наступали, да, на фоне разрушенного Сталинграда. Потому что цирк – это мирное искусство. Мирное. И когда цирк приходит, значит, приходит мир. Значит, начинается человеческая жизнь, значит, папа и мама, дети, бабушки, дедушки, семья. И все самое хорошее, что вмещает в себя слово мир, солнце, земля, воздух и так далее. Поэтому, видите, все разрушено, а мир уже наступил, потому что работает цирковой артист. Я, наверное, еще кого-то не назвал, но не могу не назвать Тугановых и Кантемировых, сами понимаете. Вот, потому что это мне очень близко. Не могу не отметить нашего замечательного карандаша, да, имени которого названо наше знаменитое на весь мир училище, которое всю войну участвовал в агитбригадах и поднимал, вы знаете, его сатирически замечательные вещи, вот эту острую, емкую сатиру, которая очень здорово влияла на бойцов, на их настроение и
на их желание защитить нашу родину. Ну вот вкратце и все. Я думаю, что такой большой материал никак не мог уместиться в рамках этой книги, хоть она тоже не маленькая, не тяжелая, вы ее посмотрите. Поэтому сейчас мы работаем над проектом, над специальным сайтом. Вот Дмитрий Петрович Герасимук, да, который работает на нашем сайте, он очень давно работает на тему Великой Отечественной войны, роется в архивах, находит героев, документы, боевой путь каждого отдельного человека, потому что вся Великая Отечественная война – это грандиозное, конечно, событие, но все это событие состоит из судеб конкретных людей. И из этого состоит вся история Великой Отечественной войны, из судеб людей, которые прошли этот путь от начала до конца или часть этого пути по тем или иным причинам, да? Но тем не менее все это вместе составляет вот эту большую историю нашей победы. Поэтому мне кажется, что судьба каждого человека, она интересна сама по себе и не менее интересна, чем вот общая история войны. Поэтому здесь мы попытались рассказать о судьбе наших цирковых артистов, о их вкладе. Вот, в общем, ну, если можно сказать, коротко об этой книге. Да. А Росгосцирк выпустил такой медаль, расскажите. Да, и мы выпустили такую вот медаль, посвященную 70-летию Победы. К ней прилагается удостоверение, естественно, да. И этой медалью мы награждаем наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны и артистов, которые участвовали цирковых постановках на тему Великой Отечественной войны. Вы знаете, что мы выпустили 3 спектакля, посвященных этой дате, этой теме. В Екатеринбурге «Салют Победы» Марчевского Анатолия Павловича нашего. И в Волгограде «Вечный огонь» Виталий Филиппович Воробьев. Вот, только оттуда вернулся, да, позавчера. И в Кемерово еще Филатова сделала еще один спектакль. Я его, к сожалению, не посмотрел, не удалось. Но я вам должен сказать, что и в Екатеринбурге, и в Волгограде, почему Екатеринбург, да, там, столица тыла, если можно так выразиться. И почему Волгоград, Сталинград, ну, не надо объяснять, да, потому что город-герой, и именно там наступил перелом. Люди не уходили, люди, полные залы были, они стояли, аплодировали, кричали, молодцы, спасибо, и просто не уходили, не могли расстаться, да, и мы вручили всем ветеранам такие книги, мы наградили наших артистов, наших участников этими медалями, которые участвовали в этом спектакле, в создании этого спектакля. А вот такая медаль, я думаю, награждение еще последует, я уверен в этом, но в первую очередь это все-таки награда нашим ветеранам, по статусу, по своей идее. Мы посчитали необходимым отметить, наградить доживших. Вы прекрасно себе понимаете, что если в 45-м году солдату было 20 лет, сегодня ему 90. И в Волгограде была бабушка на представлении, защитница Лысой горы. А как ее Зинаида Петровна, да, ей 92 года, и она была первый раз в цирке за всю свою время. Она была в полном восторге. 2 ордена Красной Звезды Отечественной войны, именно те боевые, да, не потом, а
именно времен войны, медалей очень много. Маленькая, сухенькая, жизнерадостная, потрясающая женщина, которая на 93-м году жизни первый раз пришла. Вот. Такие встречи очень трогательные, и начинаешь по-другому смотреть на многие, обстоятельства. Потому что реальные участники войны, конечно, с нами, мы понимаем, осталось совсем-совсем мало. Тем более приятно было, трогательно до слез, смотреть, ну как не результаты, а видеть, когда по программе «Бессмертный полк» выходили сотни-сотни тысяч. Мой брат шел, я был, не мог быть, мой брат шел с фотографией нашего деда. Он все это рассказывал, я знаю, как это все было, как люди готовились, мы долго готовились. Дмитрий Петрович даже помог эти фотографии разыскать в свое время, потому что не оставалось никаких фотографий. Вот, поэтому... Да, герой книги. Да. Участник войны Виктор Коваленко. Сожалению, транспорт в пробке. Здравствуйте, Вы знаете, он позвонил мне вчера вечером и сказал, говорит, тут идет цирк, там цирк будет у руководства, там где музей. Я пошел в московский цирк, до Гастополевая, там будет наша КВН. Езжайте во Фрунзенскую. Я поехал на Фрунзенскую, и меня там встречает женщина, которая все здорова. Она говорит, что езжайте в главку. Вы знаете, мои 84 года, я уже не знаю, что... А? Я не знаю, что, как я вынесу, я бегом. Да лучше сюда, да? Здесь чай. Ну, спасибо. 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 Друзья мои, пока я ехал, я сочинил такое маленькое выступление. Собрались мы, друзья, здесь в музее не зря. Ни победы над фашизмом, не поздравить, то есть не испробовать нельзя. Собрались. Сейчас я кончу. Обращаюсь я к вам и совет вам свой дам. Сто лет жизни и здоровья я желаю всем вам. В общем, такое. Маленькая деталь. Виктор Коваленко. Участник парада Победы 24 июня 45 года. Шел против барабанщика. Вот герой книги. Я очень рад, что я успел, что я увидел вас. И сегодня идет презентация книги. Вы книгу видели? Да. Мне сказали на Фрунзенской, что там идет презентация книги вот о цирке. И я говорю, хотел же домой ехать, думаю, может, я еще успею. Успели. Я успел, да. Молодец. Да, друзья мои. Ну расскажите, как вы работали. Да. Значит, я служил, в 45-м году я служил. Как я попал в Москву, я приехал в Москву поступать в театральный институт, куда я хотел быть артистом. И стою на Киевском вокзале, и вдруг слышу, оркестр играет. Я, значит, на перрон, и стоит военный оркестр, и встречает какого-то, я не знаю, человека. Я подхожу к дирижеру, говорю, вы знаете, я вот волторнист, я закончил Иркутскую школу музыкантских воспитанников. Он говорит, а вот позывает музыканта, говорит, дайте волторну. Мне дали волторну, я папа, ну, да. В общем, я сыграл какую-то там делу. Он говорит, молодец, все. Говорит, может, вы хотите послужить в армии воспитанников в оркестре? Я говорю, с удовольствием. И меня в школу радиоспециалистов, бронетанковых и механизированных войск пригласили, значит, туда, надели на меня форму, занесли в списки служащих, и очень короче говоря, служу я это в 45-м году. И меня, значит, это было в 44-м, а в 45-м году отбирали музыкантов, у которых хороший слух и хорошее чувство ритма. Потому что 120 шагов в минуту,
Это не каждый может сосчитать. А я на раз, у меня хороший, я не хочу хвастаться, но у меня музыкальный студент, я играю в 12 инструментах. И в общем, когда, если бы здесь был инструмент, я бы сейчас продемонстрировал. И меня, значит, это самое, порекомендовали в роту барабанщиков, которая должна была открывать парад в 45-м году, в июне месяце. И я значит, что дирижер у нас был, Рокоссовский, это команда, Жуков Георгий Васильевич, команда. А у нас был Чернецкий. Генерал Чернецкий, это главный дирижер Москвы и Московской области, всех оркестров. И он, значит, меня поставил барабанщиком, я шел, и начал, команды такие, «Арат смирно! Торжественному маршу! Поватальонно! На однолинейную дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! Шагом! Марш!» И... Потом, шагом за 20, по команде нашего дирижера, который шел с жезлов, да, мы берем в руки, правую руку, значит, палочки, и строевым шагом мимо музолея проходили. Я видел всех руководителей в то время, значит, Сталин, Ворошилов, Будённый, Каганович, в общем, все они там были, да, да. И вот я могу, это не то, что я хвастаюсь, я просто застал то время и хотел бы пожелать всем вам, и у кого еще дети, внуки будут, чтобы никогда наша земля, российская земля, да вообще мировая, не испытала то, что мы испытали за 41 по 45 год. Это страшно, что... Я был мальчишкой, когда началась война, мне было 10 лет, а в 14 лет я уже был здесь, в Москве. Вот на друзья мои, я очень рад вас всех видеть. Очень рад вас. И пожелать вам всем спасибо. Алексея Михайловна Савина также в нашей книжке, в создании нашей книжки принимала участие, рассказывала о выпускниках, о студентах циркового училища, которые либо ушли на фронт, либо участвовали в цирковых бригадах. Потому что Алексея Михайловна тоже пару слов хотела. Опять эмоции. Когда снимали, конечно, пришлось изучить много материалов, потому что очень много всего. Но, естественно, мы гордимся Шединым, мы гордимся Карандашом, который сразу в 41-м году при цирке, при старом цирке был организован такой филиал цирка. Он еще не назывался «Никуль цирк на Цветном бульваре». И они тут же выехали на фронт. Ему пришлось пересмотреть весь свой репертуар, соответственно, времени и месту. И практически всю войну гитбригада выступала на фронт. Да. Так что, спасибо. Я еще могу сказать два слова? Конечно. Знаете, когда я закончил центральный цирковой институт циркового искусства по классу, меня послали на полтора года к Михаилу Николаевичу Румянцеву. Я в группе... Его студию, в старом цирке, да? Да. Там, значит, была группа балетов, я, потом Димка Рогозин. В общем, целая группа, я полтора года ездил с Михаилом Николаевичем. У меня был интересный, смешной случай. Значит, едем на гастроли в Тбилиси. И кто-то там не пришел в его... А ему билеты всегда купейный вагон или мягкий вагон, я купейный был. Значит, и мне нужно ехать. Значит, для того, чтобы не покупать ей лишний билет, Михаил Николаевич говорит, ну сколько Валенка, он едет с нами, вот у меня лишний билет там такой. Тамара Николаевна, жена его, режиссер Михаил Николаевич и я. Он, значит, послал меня наверх, на верхнюю полку, я на верхней. Он, значит, Коваленко, идите сюда. Мы утром, когда проснулись, смотрите, там лошади пасутся. Я говорю, Михаил Николаевич, это кони. Это корова, а там коровье стадо было. Ну, в общем, короче говоря, он говорит, это лошади, я говорю, Михаил Николаевич, ну, смотрите, а там рога, там все, это носите.
производитель молока. Это же Кубер, короче говоря, она Семен выходит, говорит, что еще не сходит, скажите, что лошади. Он был очень талантливый человек, не зря его училище называется улица Катуринского поля имени Михаила Ивановича Рубинского. Это интересный человек был. У него столько вообще, не было реприза, бутылка, и я начал, он посылал меня наверх, и я там, где осветитель, я показывал, бутылка, тарелка, бутылка, и он отдал своей спиной, потому что не хватало чего. И значит я ему показываю, он говорит, тарелка, тарелка, бутылка, бутылка. Говорит, неправильно, Михаил, ну ставь правильно, будет правильно. В общем, тогда, после представления он меня вызывает и говорит, Валенко, вы мне неправильно показывали. Я говорю, Михаил Николаевич, весь оркестр, осветители могут подтвердить, что правильно я вам показывал. Вот там три ряда, значит, тарелки стали, потом бутылки, и одного не хватало. Я уже, короче говоря, он мне, потом мне сказала уже Тамара Семеновна, говорит, что Виктор Алексеевич, Виктор, она говорит, это первый раз, когда Михаил Николаевич извинился перед артистом, когда ему все сказали, что он правильно вам показывал, он говорит, Валенко, извините меня, я был неправ. В общем, надо на полном собрании артистов. В общем, такой человек был, а о нем можно складывать стихи и говорить очень много. Он внес в наше цирковое искусство много интересного, положительного и здравого такого. И многие коверные, которые работали уже после его ухода из жизни, вспоминают добрыми словами. Извините, пожалуйста, спасибо большое. Огромный вопрос. Недаром училище носит имя великого карандаша. На самом деле уникальный был человек, и все артисты, кто с ним работали, рассказывают такие сказочные истории и за, и против. Но дело в том, что его гений живет до сих пор. Выпускник первого выпуска. Он поступил в училище в 27-м году, не совсем молодым, потому что до этого он закончил раньше ремесленное, называл, что он был плакатистом, поэтому это ему было близко. И выпускник первого выпуска. В 30-м году училище открыто в 27-м, и первый срок обучения был всего 3 года. Первый, который вынес отечественную клоунаду за рубеж. Первый герой социалистического труда среди цирковых артистов. Первый народный артист СССР среди цирковых артистов. Поэтому его гений живет до сих пор среди нас. Спасибо. Вы знаете, я, да, участник, хотел бы предварить выступление Григория Андреевича Островского вот тем, что буквально несколько дней назад, наверное, одним из первых ветеранов, кому эта книга была вручена, это были ветераны Донецкого цирка, где заместитель председателя Союза цирковых деятелей Островский Григорий поздравлял их. И вот очень важные слова, которые говорили и цирковые, и не цирковые, и руководители, соответственно, так сказать, Донецка. Примерно так же, как сказал Вадим Гаглоев, цирк – это мир. Помогите нам открыть, мы почувствуем, что на Донецкую землю пришел мир. Вот. Это очень востребованная была вещь, и вот великий подвиг наших отцов, дедов, прадедов, которые принесли мир в Европу, это большая ответственность. Вот, собственно, Григорий практически вот, к сожалению, на территории нового конфликта был совсем недавно. Ну, я бы попробовал решить, но что поездка в Донецк, она была продиктована тем, что цирк в Донецке со всех сил пытается работать, пытается каким-то образом улучшать настроение мирных граждан, которые находятся в городе, да, часто подвергаются артиллерийским, минометным обстрелам, да, но все равно не сдаются, не падают духом. И было решено, что 8-9 мая Донецкий, ну, Донбасс, да, Донецк будут праздновать победу над фашизмом.
Вот. И хотя мы знаем, что Киев к этому относится очень, как бы скажем, отрицательно и всячески угрожал каким-то санкциям и прочее, да, люди сомкнулись все как один вот внутренне душевно. И в разных театрах, на разных площадках, в ТЮЗе, в театре оперы, в театре опереты, в драматическом театре были, значит, какие-то праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, да? В том числе и в Донецком цирке. И что надо сказать? Вот я лично присутствовал на этом мероприятии, да? Значит, там было огромное количество ветеранов войны, ветеранов труда, вот, очень много было детей, и все подвороженные, да, как будто они первый раз в жизни видят цирковую программу. А про программу была сделана в основе своей усилиями ребят, подростков, которые занимаются в цирковых школах Донбасса, в цирковых школах, в цирковых студиях. Вот. И мы как бы считали необходимым поддержать от имени Росгосцирка, да, и артистов, и ветеранов Донбасса, да, мы привезли вот ряд таких медалей юбилейных, да, мы привезли около 50 книжек, да, это было вручено не только ветеранам войны, но и ветеранам цирка, которые работают в Донецком цирке, да. На следующий день Кирилл Владимирович и я были приглашены, и мы рискнули, да, я бы сказал так, отказаться от этого приглашения, потому что оно шло практически от администрации президента Донбасской республики. Мы были приглашены на парад, и, значит, смотрели, насколько слажено и насколько вдохновленно, значит, прошла техника, люди прошли, как люди, несмотря на проливной дождь, который начался во время парада, не ушел ни один зритель. Совершенно впечатление было огромное. И совершенно такое, знаете, ну я даже не знаю, как его характеризовать, это такое ощущение каких-то и счастья, и тревоги одновременно, да? Вот. И мы расстались на такой высокой ноте. Мы пообещали Донецкому цирку, руководству Донецкого цирка, да, что мы будем стараться максимально возможно, что можно сделать с нашей стороны, чтобы помочь им провести какие-то хотя бы небольшие цирковые программы, и чтобы вдохнуть настроение положительное, значит, населению. Вот. И после этого, когда мы вернулись, как в цирке говорят, в темп, да, буквально через день, мы выехали в Волгоград, вот, и в Волгограде, значит, были на Мамаевом кургане, возложили венок от Росгосцирка в память, значит, тех людей, которые погибли на Мамаевом кургане, освобождая Сталинград, да, разговаривали с ветеранами, вот уже Вадим Черменович рассказывал про Зинаиду Петровну, там еще были, к сожалению, ветеранов цирка, которые воевали, сталинградских уже нет живых, но пришло очень много ветеранов войны, которые живут в Сталинграде, да, которые освобождали Сталинград, которые освобождали другие города. И когда закончился спектакль, который называется «Вечный огонь», поставленный Виталием Филипповичем Воробьевым, зал, не договариваясь, все встали как один человек, очень долго хлопали, очень долго не отпускали. Вот, значит, кричали «Браво!», и, значит, артисты цирка, значит, подарили ветеранам эти же книги, значит, и вот мы видели, что люди смотрели и просто плакали, значит, ну, от тех фотографий, от тех текстов, которые, значит, находятся в книге. Поэтому у меня такое ощущение, что эта книга не только правильно и своевременно сделано, но и она должна продолжаться, да, и потому что уже неоднократно ко мне подходили артисты, которые сами участвовали в военных действиях, или их, значит, уже сыновья, внуки, и все говорили, вот у меня есть еще фотография, у меня есть там такого-то артиста фотографии, там есть еще какие-то реликвии и так далее,
что же вы не включили? А, ну, естественный вопрос, а что же вы, значит, когда мы все предлагали, значит, ну, передать, да, мне привезли. Ну, вот я был на гастролях, я даже не знал, а как же быть? Ну, и поэтому мы поняли, что единственный способ, как правильно, значит, дальше вести, это действительно расширить книгу сайта и продолжать его наполнять. Я хочу еще сказать, что вот, ну, тут Юрий Станиславович говорил о нашей работе, там, вот, о том, что Владимир Черненович придумал, Вера Анатольевна там писала и так далее. Но я хочу сказать, что участников, которые работали над этой книгой, было гораздо больше, потому что очень много народу работало просто, ну, как по велению духа, да, вот Юрий Халявин сидит у нас, который тоже там, значит, переживал и помогал, ну, Елена Алексеевна Соколова, вот, значит, работник музея Союза цирковых деятелей, все время приезжала, помогала, Валерий Алексеевич Павлов, директор музея, помогал, значит, постоянно, не мог как-то угомониться, где мы ездили с ним вместе в Петербург, там отбирали фотографии в музее. Вот Женя у нас Ковалевская там по архивам просто бегала, дневала, ночевала. Дмитрий Данилов, наш замечательный писатель, вот прозаик, поэт, он, как можно сказать, бессеребренник, отложил все дела, вот помогал править тексты, чтобы они имели такой, ну, проникновенный литературный окрас. Очень, очень много, всех не назвать. Лейла Сергеевна у нас тоже там снимала, помогала, вот, брала интервью и так далее, так далее, так далее. Очень много народу объединила эта книга еще в процессе издания, да. Вот. И мне хочется верить, что у этой книги, как бы, это вот будет долгое движение, это само собой, а еще она, как бы, создаст такую ситуацию, который позволит нам всем продолжать работать и не забывать тех, кто сохранили нашу жизнь, сохранили наше искусство и отдали за эту жизнь, свою жизнь. Проза закончилась, сейчас будет, хочу одно стихотворение почитать о цирке, оно раньше имело большой успех. Цирк шумит, как в бурю моря, раздается крик и смех. Лишь стоит сейчас перед вами в скором времени старик. Я угрюм и безмятежен, словно нищий, всем чужой. Кто поверит, что когда-то был я яркой звездой, побывал я в разных странах и везде любимцем был, в самых лучших ресторанах веселился и кутил, был я славой увенчан, брал от жизни все, что мог. Сколько непокорных женщин у моих валялось ног. А теперь я здесь, пред вами, вспоминаю жизнь кулис. Кто поверит, что когда-то публика мне кричала «Бис-бис!» Слово имеет представитель Школы искусств имени Никулина Леонид Здоровов. Уважаемые коллеги, от имени нашей школы и лучших представителей этой школы, здесь висят наши девочки, мне хочется поблагодарить вас за ваш нужный, полезный... Да, мальчик. Полезный, нужный труд. Я думаю, что мы устроим чтение, и всей школы дружно вспомним всю историю цирка, вспомним наших героев, и безумно благодарны вам. Спасибо большое. А можно я воспользуюсь? Дорогие друзья, наше выпускное представление тоже посвящено Великой Победе, юбилею Великой Победы. Завтра и послезавтра у нас рабочие просмотры, я знаю, что художественное отдел или кто желающий. А с 18 числа, премьера 18-го, по 5 июня. 5 июня у нас государственный экзамен, где Вадим Черменович председатель комиссии. Мы с честью объявляем об этом. Так что ждем вас ежедневно в 18 вечера, кроме субботы-воскресенья. К сожалению, субботу-воскресенье мы раньше делали, но люди на даче, у нас пустой зал, поэтому нет смысла. В рабочие дни в 6 вечера, пожалуйста, приходите. А лично мне
Это усмотрение. На усмотрение издательства. Мы за. Еще есть? Выступающие. Может быть, вопросы будут? Да, если кто хочет спросить, меня интересоваться. Расскажите. Самое главное, что хотелось бы сказать. Это замечательная книга, она должна быть, и мы продумали, как это сделать, она должна быть живым организмом. То есть история, действительно, живой организм, ее надо не просто запечатлеть в книге, ее максимально нужно, во-первых, распространить, то есть, чтобы ее знали другие люди, а во-вторых, нужно по крупицам собрать ее от тех, кто обладает дополнительными знаниями, фотографиями, у кого есть какие-то истории, потому что действительно многие люди, увидев книгу, обнаружили, что не вошли туда их родственники, какие-то материалы. Поэтому мы предусмотрели такой вариант. Сейчас уже сделан сайт, на котором отображена эта книга. То есть и сейчас буквально можно будет ее дополнять. То есть в электронном виде она будет постоянно дополняемая фотографиями, воспоминаниями, историями. И она будет постоянно наполняться. Более того, мы приглашаем и призываем всех, чтобы это делать. Но еще и приглашать тех потомков фронтовиков, которые, может быть, сейчас работают в другой области, далекой от церкви, но у них есть дома фотографии, семейные легенды, предания, касающиеся той поры, той эпохи и тех замечательных дел, чтобы они тоже наполняли. И уже когда будут последующие издания, бумажные данные книги в бумажном виде, эти материалы туда обязательно войдут. Поэтому милости просим, всю информацию на головном сайте вы в ближайшее время увидите. И весь алгоритм, как это нужно делать, там все будет расписано. Как таковая официальная часть презентации закончилась? Наливай. Да, пожалуйста. Посмотрели дирекции, все будет. Можно продолжать попить чай, кофе, кто хочет. Сейчас вы попросите. Свободное общение. Yes. Герои Можно только. Знаешь, ты можешь. Спасибо. Да,